Алексей Козлов представляет. Сейчас я расскажу вам о выдающемся американском джазовом пианисте, которого зовут Ахмад Джамал. Он родился под именем Фредерик Рассел Джонс в 1930 году в городе Питтсбург. Он начал играть уже в трехлетнем возрасте, а в 21 год он принял ислам и поменял имя на мусульманское, то есть Ахмад Джамал. В 1951 году он впервые собрал свое трио, в котором кроме него были контрабас и ударные инструменты. Когда известный пианист Арт Тейтум услышал Ахмад Джамала, когда тому было всего 14 лет, он предсказал ему будущее великого музыканта. По собственному признанию Ахмад Джамала, наибольшее влияние на него оказал Майлз Дэвис, благодаря которому он стал мастером музыкальной экономии. То есть он использовал в своих импровизациях минимальное количество нот, как это и делал когда-то Майлз Дэвис. По мнению многих музыкальных критиков, Ахмад Джамал является вторым по значимости в развитии джаза после Чарли Паркера. В течение 50 лет он был одним из самых успешных лидеров среди малых групп в джазе. А теперь давайте посмотрим фрагменты выступления Ахмад Джамала и его трио. Thank you.
Thank you.